Никакой это не туалет. Это винный пресс. Здесь готовили вино в этих штуках. Мяли виноград, и он бродил в этих фиговинах. Потому что температура всегда одинаковая. Да. А жёлобы в этих комнатах туда клали виноград, топтали его, и он туда стекал. Вот это технология. Вот это завод по производству вина. Да. Откуда я это все узнал? А там на табличке написано Wine Press. Я такой думаю, чего? Какие дела? Я не знаю. Тут лабиринты. Понятно, куда идти. Вон там люди ходят. Нам надо туда попасть. Сходим вниз, потом наверх. Непонятно.